Всем привет! Привет! С вами Булавцев Михаил и Лилия Донскова. И сегодня у нас четвертый день нашего видеомарафона, в котором мы будем говорить о целях, достигнутых и недостигнутых целях прошлого 2016 года. Целей у нас было очень много. В основном мы цель ставили по бизнесу, это развитие, расширение бизнеса. К сожалению, цель не достигнута была. На 100%. Да, на 100% не сделали, но движение есть, результаты, в принципе, нас радуют. Но мы сделали анализ, почему мы не достигли целей. Просто, да, элементарно, нам не хватило опыта, знаний и еще большего количества действий. То есть это вот правильное планирование, распределение времени, обязанностей и так далее. Но тем не менее, тот уровень достижения цели, который мы достигли в бизнесе, позволил нам исполнить одну из самых заветных мечт, она же цель на 2016 год, такая семейная цель, да, это покупка нашего собственного земельного участка, на котором вот мы сейчас находимся, буквально в квартале от городского парка. В центре города Саратов. Да, 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 кто знает Саратов, понимаете, что это одно из самых таких лучших мест. И это наша, наверное, цель достигнута, вот семейная цель была достигнута. И самое главное, что в этом году мы ставим цель уже построить дом на этой земле. Новый год мы будем встречать уже в собственном доме с большим количеством друзей, партнеров по бизнесу. То есть наш дом будет открыт для всех вообще людей. Вот. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что наше видео будет вам полезно и интересно. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и делайте репосты. Спасибо вам. До встречи. Пока-пока. Всем успехов.